Сегодня произошло нечто интересное и впечатляющее для меня. На самом деле это не такое уж и прямо событие. Дело в том, что предыдущие четверг и пятницу, то есть рабочие дни, я пытался позвонить в больницу, в одну, и не мог дозвониться до нее. Там вот у меня были какие-то вообще жуткие проблемы. Самая большая проблема в том, что почему-то пришлось много платить за попытки дозвониться. И в итоге я так и не смог дозвониться. А сегодня я уже решил, что хочу действовать как следует основательно. И просто поехал туда, в эту больницу. На самокате. Но по дороге я зашел сначала в какую-то шашлычную. И там человек мне просто дал свой телефон, чтобы я позвонил. Но не сработало. И потом я зашел на почту, там нельзя звонить с городского телефона. А потом просто в магазин каких-то деталей для автомобилей. Там мне просто дали позвонить. Ну, я ждал там полчаса, вот так вот стоял. Клиенты заходят какие-то. А я стою вот так вот и слушаю эту гадкую музыку. И в итоге дозвонился и даже записался. И не пришлось ехать в эту больницу. Я этому очень рад. Наверное. Наверное. На самом деле, я не знаю, может быть, я захочу на попозже переписаться, потому что я сейчас занимаюсь самолечением дорогим. И мне просто интересно сначала посмотреть на эффект этого самолечения. Так, что еще такое произошло? Ну, я посмотрел два фильма. Уже в Ютубе мне они начали сами предлагаться. Я вчера посмотрел, видимо, какую-то немецкую комедию. Сегодня мне еще две немецких комедии с одним и тем же актером. И примерно одинаковые, они мне абсолютно слились в голове. Достаточно нормальные. У меня претензий. Да и нет у меня к ним даже претензий. Или я сейчас не помню. Вот что я помню, это то, что... Ладно, не буду говорить. Потому что... это неинтересно. Вот, фильмы сегодня. Ну, какие фильмы? Как они назывались? А, «Хот-дог» и «Четверо против банка». Ну, вот, «Хот-дог» еще я нормально смотрел. Это что-то типа «Мачо и Ботана», только там они с более такими вот конкретными ролями, с более сильными. А вот это вот четыре человека против банка, четверо против банка. Я, если честно, уже засыпал, мне как-то не очень понравилось. Ну как, нет, мне понравилось, но у меня не хватало внимания. Два одинаковых фильма, это не очень. Наверное, все, сейчас я в интернете много что еще смотрел, конечно же, про Северную Корею. Так, что-то там меня впечатлило, но я не помню, что в этот раз. Нет, ладно, я не готовился. Ну, в общем, ладно. Потом.